В пятой группе турнирную таблицу единолично возглавила еще недавно переживавшая острый кризис сборная Польши. После победы со счетом 3-0 над болгарами, поляки с тем же результатом разгромили команду Люксембурга. Пока не впечатляет игра сборной Англии. Сначала команда Глена Ходла, ведя по ходу матча, уступила шведам. А в минувшую субботу дома, на, как всегда, переполненном стадионе Уэмбли, не смогла победить болгар, состав которых с приходом на пост главного тренера вместо Христа Бонева, наставника Литекса Димитра Димитрова, вернулись многие ветераны, герои чемпионата мира в США – Ивайло Йорданов, Златко Янков, Даниэль Боремиров. Наверняка после этой нулевой ничьей голоса, ратующие за отставку Ходла, раздававшиеся еще летом, в связи с публикациями скандальных дневников наставника англичан, зазвучат теперь с новой силой. И вряд ли Ходлу удастся оправдать невыразительную игру своих футболистов отсутствием в составе дисквалифицированных полузащитников Пола Инса и Дэвида Бекхэма, а также травмами Пола Скоулза, Рио Фердинанда, Рэя Парлора и Роба Ли. Правда, следующий матч у англичан в среду с командой Люксембурга, в котором они наверняка смогут поправить свое турнирное положение.